знать вы, я без спорта просто не могу жизнь представить себе. Чувствуется такая приятная усталость, но я знаю, что буквально через 20 минут
после принятия душа все будет классно, я просто стал превратиться в невероятный приток энергии. Я почему-то заметил, что чем больше ты этой энергии тратишь, тем больше получаешь. Ну, конечно, разумно это дело. То есть это я не хочу, я не стремлюсь каких-то достичь высот глобальных, супер там накачать мышцы, что еще-то не совершенно не нужно, просто нужна реальная физическая разгрузка, нужен выброс этого адреналина, излишков энергии, активность и тонус. Тонус мышц, тонус в разуме, это помогает реально классно работать. Мозг просто становится четырехъязвенным процессом после таких нагрузок, и, в общем-то, тело отдыхает, мозг работает, а потом, наоборот, это меняется местами. Да, вообще, в принципе, я здоровый образ жизни, это реально помогает во всем, укрепляя здоровье, укрепляя иммунитет. Вот, всем советую, очень круто. Нужно просто себя сначала заставить, и потом все пройдет, войдет в привычку, это будет очень приятно, просто кайф. Так что, вперед, поехали.